Новое назначение. Губернатор Никита Белых представил сегодня региональным чиновникам руководителя администрации правительства Александра Кутергина. Отмечу, структура занимается материальной базой и документацией в органах власти, а также организует работу с письмами и жалобами граждан. Также на заседании правительства области обсудили вопросы сельского хозяйства, точнее финансовую поддержку животноводов. На их развитие с 2012 года выделяются гранты. Но если на протяжении этих трех лет фермеры могли получить деньги от правительства всего один раз, то теперь грант можно выиграть повторно. На эти цели из областного и федерального бюджета планируют выделить больше 8 миллионов рублей. Кстати, деньги на развитие в этом году могут получить 5 фермерских хозяйств. Грантовый конкурс должен пройти в марте.